Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так, раненый сердцем тобой, буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме, да и не хочу. За дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь. Знаешь, моя душа рваная, вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Не можешь, я понял сам. Ведь разные части делят на два, внутри тебя там. Мне надо бы стать умней и чаще молчать. Я просто привязал бы тебя к себе, чтоб всю жизнь целовать. Всегда пьяная, но ближе ко мне. Знаешь, моя душа рваная, вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе, ближе, ближе ко мне. Я скажу, что повернулось два кресла, а хлопали на четыре. Да, кстати. Публика вот хлопала вот на все четыре. Ну, классный парень, кто ты такой? Я могу сказать, я просто знаю этого человека, и между прочим, кстати, уже, по-моему, года три или четыре. Не могу сказать, что я угадал по первым нотам. Да я угадал песню, которую я очень люблю. Да, Кристиан в детском голосе, да, я работал у тебя в команде. Меня зовут Андрей Гризли, у меня псевдоним. Это очень тяжелый выбор, потому что с Димой мы действительно знакомы. Мы с ним работаем по музыке, по материалу. Я являюсь композитором некоторых песен. Замечательные тексты, правда. Текстов, да. Вот. И вроде и сходство есть по музыке, и да, все да. Есть, и знакомство. Я понимаю, что будет очень комфортно работать нам. Не факт. В общем, если тут включаются есть, другие если ручки. Есть схожесть по стилю, если есть понимание, то да. Но, и с другой стороны, это человек, с которым я действительно хотел всегда познакомиться. Человек, который реально вдохновлял меня. Я помню, когда я маленький, ехал на машине. Я вообще из Украины, из Запорожья мы ехали в Крым. И отец всегда ставил вот хоп, эй, ла-ла-лей. И вот эта кассета, и все это у меня ассоциируется вот с давней мечтой познакомиться с замечательным музыкантом, одним из немногих, кто это мог делать так, как никто не делает в то время, когда это запрещали даже делать, это не слушали, это не принимали. И тот, кто смог продвинуть действительно латино, такую музыку, которая здесь ужилась с помощью него. Я хочу отправиться к Леониду, для меня это будет большая честь. А Диму респектую в свою очередь.